Что? Это не Гаррисмод? А как так? Ты же делал только по Гаррисмоду ролики, и у тебя канал был посвящен только Гаррисмоду. Стоп, а где я такое говорил, ребята? Ну-ка, напомните, пожалуйста. Если я хорошо себя показываю в рамках одной игры, это не значит, что я не могу себя так же хорошо показывать в рамках какой-нибудь другой. И вообще, что вы там выделываетесь? Что хочу, то и выкладываю. Захочется, я вообще сделаю обзор на игру «Месть боксера». Это, кстати, крутой файтинг. Между прочим, конкурент Текина, причем очень серьезный. Ну да, Текина второго или же третьего, но это вообще не суть. Главное, что конкурент. Поэтому давайте-ка там, ребят, потише. Выкладываю на канал то, что захочется. Ту тему, которую хочу озвучить, ту и озвучиваю. Ага, конечно. Судя по тому, что выходит почти 2 года на канале, я хочу увидеть только Гаррисмод. Но нет, этого хочу не я, а хотят подспичечники. Но если кто-то читает телегу, там я недавно говорил, что мне достаточно поднадоел Гаррисмод, но я не собираюсь его бросать, но иногда хочу какие-то другие игры пробовать и выкладывать их сюда. Так вот, дело было вечером, делать было нечего. Я сидел и шерстил Steam в поисках какой-нибудь интересной, прикольной игры. Самое главное, бесплатной. Я не хотел вообще особо раскошеливаться на какую-то игру, которую я просто погоняю, знаю, там, неделю-две, и потом про нее забуду. Что мне потом с этими деньгами делать? И наткнулся я на метро эпических шутеров от первого лица под названием «Блокпост». И нет, ребята, это не реклама. Единственный, кто может у меня брать рекламу, это челики, которые хотят разрекламировать свой уникальный, новейший, никому ранее не виданный Dark RP проект. Надоели однообразные сервера. Ты почти уже убежден, что Dark RP проекты создаются только ради денег. Админский блат не знает предела, и теперь на некоторых серверах нельзя даже нормально купить маники, если ты не друг или же родственник создателя. Сам факт того, что на сервере можно что-то приобрести за реальные деньги, вызывает у тебя неконтролируемые вспышки ярости. Ты уже выучил наизусть большую часть преролов у своих любимых ютуберов. Избитые тезисы в стиле отзывчивой администрации и интересных работ уже тебя не берут. Но где-то в сердце все же остается небольшая надежда на качественный РП-сервер. И мы здесь именно для того, чтобы растоптать ее на. Худшие аддоны были собраны специально для того, чтобы ваш компьютер мог спокойно делать для вас яичницу. Баги, которые мы не хотим фиксить вот уже 5 лет, при условии, что серверу чуть меньше, чем 2 года. Ужаснейшая работа любой администрации, ведь если она себя показывает хорошо, то мы кидаем их в котел с кипящим. Вечно сидящие микробандиты на маниках заработали не только миллионы долларов, но и геморрой размером с дыню. При подготовке обновлений создателями употребляются конские дозы самых тяжелейших а также Остатки от них выбрасываются ивентером, чтобы они могли вас радовать интересными событиями. А по специальному промокоду WELCOME ты получишь яхту, вертолет, 10 миллиардов триллионов денег, годовой запас сухариков 3 корочки и пожизненный запас нервов для игры на Dark RP. Переходи в описание, мы не ждем тебя. Но сегодня таких нет. Вообще у меня уже есть смонтированный ролик на 10 примерно минут или около того. Но совершенно случайно, без чьей-либо подсказки из моего телеграм-канала, я нашел еще одну игру под названием «Блокада». Но особо нормального материала я еще по ней не собрал. У меня всего лишь одна нормально сыгранная гонка вооружений, и думаю, вряд ли этого хватит для какого-то хотя бы одного ролика. Так что сегодня на обед или же на ужин, зависит от того, какой у вас часовой пояс, у нас будет только одна игра – «Блокпост». Я расскажу вам о том, какой же я извлек игровой опыт, когда играл в «Блокпост». Что мне понравилось, от чего бы я хотел вообще откреститься, а что мне очень и очень даже зашло. Ну, для начала, конечно же, вообще мало было ожидаемо для такой игры. Нормальная, красивая, приятная глазу менюшка, а это уже полдела, чтобы обворожить какого-нибудь игрока. Предлагаю вам перейти в режимы игры, чтобы посмотреть, что же нам может предложить этот конкурент Battlefield. Я думаю, рассказывать о каждом из режимов никому особо не нужно. Для себя я выделил буквально пару интересных режимов, вот, например, бой на лопатах. Исходя из названия, кажется, кто-то не особо был доволен итогами зерновой сделки и решили конфликт уже уладить конкретно здесь. Ну и мой фаворит в подобных играх — это Gun Game, потому что только тут я могу испробовать нормальное оружие какое-нибудь, а не просто с одним каким-нибудь задроченным Крисом Вектором бегать всю игру. Вы скажете, ну там же можно получить еще какое-нибудь оружие. Да, там можно выполнять задания, но ты заебешься их выполнять, убить там 1000 тех-то, убить 1000 того-то, или же нафармить какой-нибудь уровень.
уровень, тебе с кейсов этих будет выпадать всякое говно. А открывать кейсы, закидывая на них по 20 рублей за каждый ключ, ну, извините меня, не особо по мне. Да, признаюсь, я попробовал открыть пару кейсиков в сумме где-то на 40-50 рублей и выпал мне просто полный пиздец. Хоть стой, хоть падай. Ну, что сказать насчет прокачки? Она тут типа есть. Чем больше ты играешь на каком-то оружии, тем больше тебе открывается новых прицелов, обвесов и так далее. Из обвесов я нашел только новые прицелы и все. Ну а теперь насчет самого что ни на есть основного аспекта — игровой процесс. Во время игры в некоторых катках я прямо вот ощущал присутствие такое над нами всеми игроками в этой сессии, что будто над нами где-то вот в космосе сидит какая-нибудь ебучая гадалка, не знаю, и она раскидывает всем шансы, колдует, кто как будет попадать и у кого как будет регистрироваться урон. Вот некоторым она вообще какие-нибудь сверхспособности раздает. Вот этому даст она телепортацию каждые несколько секунд, а следовательно у ворот от пуль. Это телепортируется. А вот тут вообще некоторые челики имеют иммунитет к ударам лопатой. Длится он, конечно, недолго, но все же неприятная такая штука. Убивать, 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 убивать. Еще один с лопатки отъехал. Все пиздюливающая саперная лопатка. Не мешаем, блин! На! Главное, надо было привлечь его внимание, чтобы он остановился, да и все. Но, ребята, несмотря даже на это, она вполне себе играбельная. Я не стесняюсь это говорю, просто потому что если тебе нормально прокнет попасть на хороший сервак, где нормальная будет регистрация и не будет читеров, а об этом чуть-чуть попозже. При наличии всех этих составляющих, играть в нее становится достаточно комфортно. И можно так с кайфиком побегать один часок-другой и потом пойти по своим делам. Чем я, собственно, и занялся. В конце концов, она стоит 0 рублей, поэтому чё ебало скрючили, нормальные игры перестали делать уже давным-давно. Довольствуйтесь теперь блокпостом. Ну и поскольку мы играем в такой шутер в Майнкрафте, скажем, ну, короче, кубический сеттинг, вы поняли, да? Тут можно будет построить что-то вроде бы и что-то сломать и так далее. В общем, тут все это делать можно, но еще с приятными бонусами. Спермоблоки? Кто? Объекты на карте, стены, вообще все что угодно разрушается при стрельбе по ним. То есть более чем реально вы можете сделать дырку в стене и оттуда накидывать по каким-нибудь бегающим болванчикам. Тут какие-то подземные ходы. Эй, ребят, дайте-ка пройти. Ё-моё. Да, я тут в жизни не пролез. Ну или же разработать тактику, как у меня, просто сделать подкоп как можно ближе к противникам и где-нибудь у них из-за спины вылезти и начать настреливать по ним оттуда. Мне вот 23 года будет, а я вот как ребенок радуюсь тому, что я могу сделать какую-то тактически прикольную штуку в каком-то шутере в сеттинге Майнкрафта. Вот это да. Вот таких эмоций я давно не получал. Да-да-да, блядь, обосрались! Что вы сюда лезете? Эти ходы я разработал. Я знаю тактику хорошую. Где скидеры эти? Ты что тут делаешь? Ну вот на 6 минутах вроде бы обзор должен был закончиться, но мы переходим к последнему пункту, а именно античит. Он тут такой же, как в Гаррис моде, особенно в Dark RP на любом серваке, когда любой создатель говорит, что у нас прекрасный античит. А на деле оказывается, что никакого античита нету, и единственные, кто выступает в роли детектора читов, это кабины ничего не подозревающих игроков, которые играют в свое удовольствие, но потом вдруг на сервачок заходит не такой, как все, которые начинают расстреливать всех подряд, оправдываясь какой-то ебанутой целью, которую не понимает ни один здравомыслящий человек. Поскольку у нас на дворе 23-й год, и дабы быть наиболее корректным, я просто скажу, что это достаточно своеобразные люди, которым нужен особый подход, прямо как к людям с ограниченными возможностями. А подход-то в принципе несложный, единственное, чего они хотят, это привлечь внимание, чтобы просто о них говорили. Вот это вот писать «ты сука читер» и все такое. Ребят, просто ливните с конь сервака на другой сервак, где его не будет, и все, оставьте чела без внимания, и он просто потухнет. Но мне вот, например, не повезло, поскольку игроков в гангейм в этой игре особо немного, соответственно и серваков тоже не особо много будет, а будет всего лишь один, то мне довелось поиграть с реальным читаком. Сука, само словосочетание читы на блокпост уже вызывает какой-то истерический смех, у меня не вызывает, потому что я уже отсмеялся. Ага. Как он хорошо знает, где я нахожусь. Прям как неожиданно и приятно.
Ой, он опять сюда пришел, да? Как прикольно. Да, и он сразу ко мне идет. Такой интересный игрок, вообще класс. А, да. Понятно, понятно, понятно. Мразота. Я еще толком не вышел из-за стены, он уже убежал оттуда. Не, я с этого режима пока ливну, это пиздец. На этом моменте экскурс в эту игру подошел к концу. Это было мое мнение после игры, а теперь предлагаю вам посмотреть на то, как я в нее вообще играл. Что это за шутер такой? Первый отъехал! Давай, браток! О, перезарядка, патроны кончились! А, целиться как? А никак. О, я могу вот так вот здесь. Ха-ха! Закопал челика. Кто-то в нашу сторону обстрел ведет. Ну-ка, давайте-ка. Ля, мне почему-то такие простенькие шутеры нравятся. Я не знаю почему. Хотя, о, хедшот. Хотя есть же возможность играть с хорошей графикой у меня. Патронов нету. С XM8 меня... Кстати, я играл в Crossfire, помню, ребята. В Crossfire играл от Mail.ru, когда она еще не скатилась. Хотя она всегда была помойной игрой. Но тогда я был школьник, мне было все равно, во что играть. Я просто хотел играть. Дайте мне клавиатуру, мышку и все такое. Так вот, мое любимое тогда оружие было XM8. Этот телепортируется. Ё-моё. Ля, 3-2-0 у меня счет. Да мне надо нормальный ник козырный сделать. Подождите, выйти в главное меню. Инвентарь, профиль. Как мне имя поменять? Владимир, нижнее подчеркивание, вдова. Главное писать через Е и с маленькой буквы. Они на деревьях, Джонни! Спермоблоки? Че кто? Я в кого-то попал. Как мне подлечиться, кстати? Крис Вектор, конечно, классная штука, но я хочу с SL8 пострелять. Ладно, а ну-ка, давайте, где передовая самая? Вот прям горячая точка, мне нужно прям туда. Ой, хедшот! Хорошо, как сочно дал я ему. Тикаем, конечно же. Тикаем, конечно же. Владимир Вдова должен быть первым. Владимир Вдова еще не первый. На первом месте какой-то паренек. Давай, бой. Ну, давай, бой. Да тут такие же по скиллу, как я, ребята. Я понял, ничего сложного. Деревья не простреливаются. Ну, листва бронированная. Суровые условия. Ой, что-то мне прилетело. Ой, двоих еще в хедшота положил. Ё-моё, вот это я раздаю. Еще третьего ассист хедшот. Ё-моё. Господи, боже мой. Спаси и сохрани моих врагов и меня. Тут снайпер работает такой... О, я уже на четвертом месте. Паренек, я тебя догоню, братан. Ты особо уже от меня не уйдешь. Ты уже на первом. Первее первого места ведь нету никакого, да, ребята, правильно? Тут главное, ребят, даже понимаете, не киллы. Больше, не больше киллов, меньше смертей, а больше очков. Если кто-то не знал. Как видите, у кого больше очков, тот и на первом месте. Но мне надо унизить свою команду сначала. Я тебя закопаю! Мы друг друга убили. Мне нравится эта игра. Только я не знаю, как хилиться. Я взял с собой медкит, но я не знаю, как его использовать. На пятерку нет, на шестерку нет. Может, надо пораниться ради этого? Снайпер работает. Его добили. Ну что, сынки, повоюем? Уже начинает. Опа. Танцует. Ага. На! Я тебя обхитрил. И кто, кстати, в это играет, вот мне интересно. Никто ж наверх не смотрит, правильно? Никто. На, раз. Нормально мне, кстати, в голову дали сразу. Прикольно, пацан прицелился, очевидно.
Что ты спрятался от меня, уголек? Как хилиться? Готово. Оп-оп-оп. Браток, куда ты бежишь? Куда ты бежишь, сынок? Домой. Ладно, я за ним тоже. Войс-чата жаль нету. Вот это была бы вообще веселуха. Ей реально не хватает войс-чата. А мы что, друг друга убили, что ли? Да, мы друг друга убили. И такое бывает. Это война, сынок. Тут какие-то подземные ходы. Эй, ребят, дайте-ка пройти. Ё-моё. Да, я б тут в жизни не пролез. Наверх. А там еще второй где-то был. Софтер ебаный, плохо сосал. Ой, хэдшот, сочно. Спать. Два выстрела в голову надо, чтобы я его хлопнул. Готов. Готов. Ай. Что ты там сидишь на дереве? Хоть бы повыше забрался. Команда синих победила. Мы не догнали их немножечко, но мы сделали все возможное. Да, лес прикольная карта, мне нравится. А вот тут нужно что-нибудь штурмовое. Ох, какой сочный дал на шар. Господи боже. Ой. Ну и я тоже отлетел. Нахрен в этой игре сделали снижение скорости бега, если ты оружие несешь какое-то тяжеленькое. Куда ты там вылез? А ты куда полез? Домой, ребята! Я тоже. Домой. Ой, прям он с прыжка как мне стильно дал. А тут у челиков, оказывается, еще и броники есть. Модно. Но у них нет броника сперма. Ой, он там сидел. Ого, привет. Ой, я забыл, что тут забор кончается. Ну ладно. Этого броник вообще что-то... Не, есть смысл его перестрелять, если прям в него постоянно попадать и прокликивать жестко. Да, братан, это лопатой делается, а не оружием. Вот эта карта мне нравится куда больше. А ты что там прогинаешься, я не могу понять. Вылезаешь в самый последний момент. Что там? Битва за переулок! Хотел третьего забрать красивенько. С пистолета. Ты что там сидишь? Не видно здесь, правильно? Пока я его трёх, его ёбнули. Прикольно. Вот это классно, что можно копать еще под себя чуть-чуть. Что вы сюда лезете? Эти ходы я разработал. Я знаю тактику хорошую. Ты что тут делаешь? А, недалеко я прокопал все-таки. Оп, сюда теперь. Передислокация. Оп-оп. Я его еще тоже хлопнул. Ты что тут делаешь? Куда ты лезешь? Смерть нахуй.
Куда ты лезешь? Куда ты лезешь со спины, дятел? Я тебя все равно найду. Да, в голову ждал ему. Но вот я иду не так, как идут все игроки. Убивать, 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 убивать. Еще один с лопатки отъехал. Вся пиздюлевающая саперная лопатка. На! Главное, надо было привлечь его внимание, чтобы он остановился, да и все. Первый пошел. Ты что там за подлянку сделал? Что ты там копаешь? Отставить вскапывание. Не понял, да, откуда? А вот так. Начать раскопки. Домой. Домой. Ай. Начать раскопки. Надо было все-таки с лопаткой их всех встречать. Там один удар просто по голове, и все, кабина улетает. И я купил RTX 3070 ради этого. Да.